Здравствуйте, вы на канале Юлия Лысенко, где мы обсуждаем и ипотеки, и недвижимость, совершенно верно. И сегодня будет обзор дома, который находится сзади меня, посмотрите. Этот дом находится недалеко от Тампы, город называется Валрико. Этот город знаменит за его самые лучшие школы. Ну, конечно, не весь город, но именно этот район. Посмотрите, как красиво у меня сзади. И этот дом стоит 360 тысяч. В нем 4 комнаты, плюс офис и 3 ванны на 3 места гараж. И еще бассейн. Сейчас я зайду вовнутрь и покажу, как он выглядит. Идем вовнутрь. Смотрите, значит, тут зал и еще один зал. Выход на бассейн. С левой стороны офис и вход в мастер бедрум. Тут тоже есть выход на бассейн. Два клозета. Это самая главная ванна. Здесь отдельная душевая кабинка, отдельная ванна. Деревянные полы. Это хардвуд. Очень большой зал. Теперь проходим в основную часть дома. Значит, очень хорошая эта планировка, где split bedroom plan. Тут две спальни и тут две спальни. Кухня, конечно, сделана добротно. Тут есть газ. Это место для стирки. Дополнительная кладовка. Тут ванна. Света нету в этом доме, поэтому немножко темновато в некоторых комнатах. Одна, вторая комната. И сейчас пройдем, посмотрим еще две комнаты. Очень большого размера, просто очень большого. Эта комната как плейграунд. Потому что тут есть даже проход, установленная небольшая кухня. И очень продумано сделано так, что можно с бассейна зайти сразу в душ сюда. Сейчас выйдем на бассейн. Тут и бассейн, и джакузи. Все закрыто сеткой. Небольшая летняя кухня. Выйдем на участок. Участок очень большой, почти 20 тысяч квадратных фитов. Вот это все до этого забора и до того забора. Это вся территория этого дома. И вот еще хотелось показать поподробнее бассейн. Небольшая летняя кухня. Тут можно напитки выдавать. И даже плитка есть. Типа грил. Угу.
Thank you.